перископ майки .org. Заходи на страницу, не пожалеешь, бро. Тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежда с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска. Окей, ты еще не понял, заходи. Тут ссылка в описании, это лучший магазин. Бау. Да, пример, хочу комменты спалить. Вали комменты. Это что, Мелис? Да, Матвеев. Ассаламу алейкум, First Feel Артур. Ребята, у Cloud Light скоро релиз. Так, мы скоро на параллель уже наберем. Да, на параллель 80. Ставь лайк, если любишь пиво, пацаны. Они без меня чокаются. Черт возьми, не пейте пиво, нам пишут. Бля, хорошо, что я еще не выпил. Пора сглотнуть. Ой, сплюнуть. Ты хорош. Пиздец, бросай пить, не будь Кириллом. Не-не, я не настолько, как Кирилл, к сожалению. Пейте пиво. Соколов Николай пишет. Пацаны, вам всем салют от Соколова Николая. Блять, не туда. Так, шестой этап отсняли? Нет. Был пятый ивент, да. Пей пиво, будь Никита алфавитом. Это правда. Клауд или Грайм? Грайм, конечно. Клауд рэп вообще почти не воспринимаю. Пятый, да. Привет, привет. Удачи завтра на этапе. Ну ладно, допустим. Школьная олимпиада. Школьная олимпиада, да. У меня, правда, район уже. Вот. Артем не грусти, пишет. Я сомневаюсь, что у меня просмотров больше, чем из АБ. Здравствуйте. Что с Палмдроповым? С ним все хорошо, я думаю, я надеюсь. Пейте пиво, но со мной, извини, братан. Давай лучше обсудим батл. Зачем? Давай ты закроешь ебало, как тебе такое, да. Значит, когда треки? Треки будут скоро. Я сейчас начал работу с одним хорошим битмейкером. Скоро вы услышите некоторых известных людей, так скажем, на его биты. Вот. И сейчас я буду как бы работать с ним. Также экспериментирую в плане со звучанием. Вот вчера, например, еще в понедельник, наверное, попробую кое-что новое. Если нормально все будет, то буду использовать. Если нет, то нет. Салам из Узбекистана, салам. Скоро треки, спасибо, Артур. Что с губами? Я разбил себе губы. В смысле, я их не разбил, они просто, блядь, на морозе всегда у меня разбиваются, и все. Мой трек, окей, клевый. Майлз, давай побатлимся. Ну все, придется, пацаны, черт возьми. Как попасть на батл? Никак. Надо записать заявку и, типа, отправить ее. Делай Граймс. Ну, не мое немножко. Да, я не микси, извините. Как говорится, бля. Керамбит, типа, сильный, но, не знаю, он мне, ну, типа, не импонирует. Вот. Значит, ставь лайк, если ждешь ремикс Джубан от Майлза. Да, конечно. Да, братан. Миксер, респект, правда. Какой у меня рост? У меня где-то 1.72 метра, наверное, я не знаю, я давно не измерял. Мне... Чё, Дипмовец? Дипмовец, охуевший батл, очень круто сделали, пацаны. Чё думаешь насчет Хаски? Хаски крутой, то, что с ним происходит, вообще не круто, и то, что сейчас там происходит, вообще не круто. Типа, лотерея. Забатлил бы на битах, да, я думаю себе попробовать в этом. По клубам хожу, нет, только если там что-то происходит, то есть просто типа пойти там тусоваться, нет, нахуй это дерьмо. Значит, я бы побатлил с Дипом, нет, я боюсь, он меня просто высушит, как нехуй делать, и все. Там будет не батл, типа просто избиение, хотя хуй знает, не знаю. Привет, привет, что с губой? Все, разбил. А какой свой батл считаешь самым сильным? Ну, из тех, которые вышел, наверное, с Палмдроповым. Вот. Ну, это так. Ну, первый раунд мне очень нравится оттуда. К сожалению, он не особо залетел, потому что, ну, так получилось. Вот. Пиздани какой-нибудь панч. Извини, нет. Как дела? Спасибо, все хорошо. Если Дип с Леней забатлит, это будет как с Plain Dead'ом. Я боюсь, да. Deep Xense крайне хорош. Конечно, да, подрался, конечно. Увидим ли меня еще такого, как на отборах? Слушай, не знаю. Это вам виднее. Типа, я пишу текст, а вы там уже оцениваете.
Здорово, тигренок ебаный. Это Оксимирон? Да, это Оксимирон. Я мажор, конечно. Кто тебе нравится на РБЛ? Да много кто. Я с бубнем. Юра Шкловский написал. Да, я с бубеем. Любимая песня на данный момент? Не знаю. Костя Воронин. Конечно, да. Басбусты. Не знаю. Здорово, мажорчик, мне пишут. Ванечка доехал, да. Соколай Николов интересуется. Не знаю, когда следующий батл, не знаю. Здравствуйте. Здорово, привет, Стас. Привет, Александр. Анана. Всех с наступившим Драгонборном, кстати. Драгонборн уже. О, нормальная тема, да. Эфир, не знаю, сохранять или нет, в любом случае сохранят и его выложат, так что я думаю, похуй. Я реально, да, я учусь в МГУ, и еще несколько человек здесь сидящих тоже. Несколько. Привет. Как мне Big Baby Tape, пацаны? Как мне Big Baby Tape? Как говорится, бу, и я ее ебу. Вот. Твой трек Miles OK вообще топовый. Спасибо, что уточнил, какой трек. Чупа Матеша. Антон, что творится? Привет. Батлами я начал заниматься больше года назад. Да, больше года. В конце общего трека твой голос нет. Это общий трек, там голос Смоки. Лучшие батлеры? Лучшие батлеры, не знаю, типа... Ну, это, знаете, такая тема. Проблема в том, что любой батл-рэпер может проиграть любому батл-рэперу из-за разных причин. Из-за того, что там неинтересно, из-за того, что плохо подготовился, из-за того, что что-то там не, типа, не сложилось и так далее. Или кто-то прыгнул выше головы. Типа, тут мемы смотрят, боже мой. Нет, это мой эфир просто. Короче, значит, вот. И поэтому, типа, поэтому вот так вот. Поэтому это очень шаткая такая штука. Так что кто там лучше? Чё? Ты хочешь пояснить за третий раунд про Андропова? Нет, зачем, господи? Мне это не ебёт. Как обычно, блядь. Здравствуйте, Майлз Смокимович. Да, это я, привет. Да. Да. Значит, если... Стримы не взяли, Лёнь, пиздец, там же сотни вопросов. Конечно, да. Значит, с оппонентами пил, конечно. Зачем писать капсом? Не знаю, видимо, так мне виднее. Пользуюсь гигиенической помадой. Да, было бы, конечно, круто. На чей концерт я бы пошел? Хороший вопрос. Площадку 140 BPM, знаешь? Нет, а что такая существует? Диктатор сумасшедший техник. Да, знаю, конечно. У меня там был вопрос. Что думаешь об участниках первого сезона? Первый сезон был крутой. Второй сезон, ну, там Валя Вальчинский... Нет, там нет его. Там Кукиш с Хаслом. Вот это круто. Значит, одновременно пробовать и в батлы, и треки — это хорошая идея или не очень? Смотря, пробовал ли ты... Да, пей пиво, да, спасибо. Если бы ты, типа... писал треки без батлов туда, а так просто, типа, потому что... Нет, это плохая идея. Мне только что налили с пенкой, пацаны, это ужасно. Подарить упаковку гигиенической помады? Нет, спасибо. Как тебе Палмдропов в батлах и в жизни? Норм, чувак. Да, хорош, нормально. Какое лучшее пиво из магазина? Я слышал, что небо над Тагилом хорошее. О, достаточно. Блядь. Сейчас мне подадут небо над Тагилом. Нет, ты шаришь. Какой любимый батл за всю историю Версуса? Хороший вопрос. Вот небо над Тагилом, если что. Значит, хороший вопрос. Да, я не знаю. Мне очень нравится... Да, блядь, сложный вопрос, короче. Не знаю. Я в Москве живу, да. Когда у меня нет денег, я такой, мазафака, да, конечно. Когда разъебывать будешь? Не знаю. Сегодня. Сегодня. Почему
никому не нравится третий сезон ФБ, там были батлы по лучших ваших. Я бы поспорил с тем, что там батлы по лучше наших. Это очень, типа, странная штука, потому что на четвертый все гонят из реалити, блядь. Просто не смотрите эту хуйню, и все. И это будет обычный сезон, прикиньте. Это вы выбираете, для вас это реалити или не реалити. Как по мне, многие MC в четвертом сезоне интереснее многих MC в третьем. Понятно, что там, типа, не все, и это очень странная хуйня была бы, если, типа, каждый поголовно был бы круче или что-то такое. Ну, типа, просто пиздец. Терапс случай. Ну, вообще, я болел всегда за похоронила. Похоронил мой братишка. Все охуенно. Почему Москва, а не Питер? Ну, как бы, извините, я не выбирал особо. Сейчас ФБ пиздец происходит, я не согласен. Ну, типа, я бы... Типа, ну да, это не классические батлы, но, по-моему, кто хочет, тот и, типа, то и берет от сезона. Видел реакции ЗБ на ваши батлы? Да, конечно. Я смотрю стримы ЗБ, это круто. Вот. На четвертый сезон гонят не из-за реалити-шоу, а из-за того, что хвалят плохие батлы. Знаете, кто этим занимается? Я не буду называть этого человека, но, типа, да, Оксимирон хвалит плохие батлы частенько. Если не смотришь эти ваши встречи и столы, то полпанчи мимо. Это правда, кстати, да. Какие планы после ФБ? Делать музыку и много. Вообще много планов. Уже с кое-кем будет, возможно, совместка. Вот, и все такое. Батлы учебы не мешают? Немножко, да, немножко помешают, но как бы. Кто самый охуенный за всю историю ФБ? Похоронил, наверное. Пандропов про МГУ говорил, это дичь с той стороны, что, типа, я не сам туда поступил, и что я там. И, типа, я поступил туда сам, и, да, я учусь на бюджете, вся хуйня. Когда четвертый закончится, не знаю, через какое-то время, наверное. Вот я гений, пиздец. Сейчас выходит настолько, что стол интереснее посмотреть. Ну, твое мнение, типа, все окей. Да, я так шучу, интересно. Гнойный вывез Окси, да, абсолютно, гнойный победил. Ты на очке? Нет, блядь. Привет, Майлз. Это пунктир или мне кажется, это пунктир? В третьем сезоне полуфинала и финал заебись, говорит вам сектор. Сектора надо слушать, сектор хорош. Скоро новая работа, я думаю, да. Так что, типа, рано сравнивать. Да, 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 абсолютно. Как относишься к Джону? К Джону хорошо отношусь, крутой чувак, очень. Очень крутой. Носил брекеты? Да, я носил брекеты. Трек окей, круть, хочется больше такого. Чуть-чуть я попробую себя в другом, потом, возможно, если не понравится мне или что-нибудь такое, то я, может быть, типа, возможно, в этом случае я вернусь к такому. Если мне понравится то, что я сделаю дальше, то я сомневаюсь, что я вернусь к такому, как окей. Как рок-группа? Рок-группа... Все окей, ребята, типа, учатся. Окей, да. Типа, ребята учатся, я не мешаю им, они... Ну, проблема... Почему мы не играем? Проблема не в том, что я там говорю, нет, ребята, извините. Если бы так было, я думаю, они бы нашли уже давно другого вокалиста, и это вообще было бы не проблематично. Да, но... Да, гитарист, вот, например, один из них сидит сейчас вот прямо здесь, типа. Вот. И проблема не в том, что я там открещиваюсь от этого, а в том, что... Кто такой дядя Женя, знаю. А в том, что, ну, просто, ну, нет времени и все такое. Как сделать бит? Смотри, берешь, короче, открываешь FL Studio, набрасываешь мелодию, и все, и вперед. Там надо бит. Текст выучи, подача есть, текста тоже на уровне. Подача, сомневаюсь, что у меня хорошие... Текст, ну, могло бы быть и лучше. Значит, «Диктатор сумасшедший техник»? Да, да. Ты пел в группе или играл? Я пел. Будет еще сайфер команда? Не знаю. Сможешь залпом выпить банку пива? Это Николай, конечно же. Как относишься к блогерским батлам? Умеешь фристайлить? И как относишься к нойзу? Нойз охуенный, фристайлить я... Умею. Фристайлить я умею. Как к блогерским батлам отношусь типа нормально, но я уверен, что любой маломальский хороший батл МС может вынести блогера и частенько... Ну и да, и типа указывайте авторов текста, как сказал один человечек.
Как тебе Даша Милк? Я просто тоже Даша, и вот что ты тоже моя любовь. Я сомневаюсь, что я любовь Даши Милк, и типа она очень крутая, мудрейшая женщина. Обращаюсь к ней за советом, когда надо. Вот. Такие дела. Кстати, у нее там сегодня распродажа на Мала Клоузинг, поэтому забегайте, смотрите себе что-нибудь. Как Даня, не знаю, мы не общались в последнее время. Последний раз, когда мы общались, он болел. Надеюсь, он выздоровел. Голос расщеплять во сколько научился? Я начал учиться расщеплять в 14 лет. Где-то в 15 нормально получилось. Уже было хорошо. Теребс говорил, что вам было все равно батли бы в финале с кем-то из своей команды или чего. Это неправда. Я знаю, что многие типа против полуфиналов, потому что, возможно, таким образом, возможно, батл с чуваком из своей команды, это будет, ну, не очень. Поверил, что Палмдропов пьян? Да, он изображал это 4 батла подряд, ну, в смысле, 3 до этого. Да, я верил, он типа пил при мне, чтобы вы понимали. Песни группы у нас ни одной своей записанной нормально студийной нет. Есть только то, что кавер и так на это самое. С моим не рэп-творчеством, не знаю, я не рисую, типа. Сколько стоит мой лук, не знаю. Типа 5000, не знаю. Голос тащит, спасибо, да. Шоу «Голос» неплохое. Привет из Чечни, салам. Да, поверил, что Палмдропов пьян. Кто ближе всего к победе? Не знаю. Аэрофлот. Чему научил меня Парагрин? Конечно, как подкатывать к женщинам. Это же Парагрин бабник. Вот. Почему я игнорю вопросы про ФБ5? Я не видел ни одного. Че с губами? Разбились. С вами Тува Пол Уокер. Короче... Сколько я зарабатываю? 0. Нет. Значит, Майлз, любишь футбол? У нас... Мы уже выключили просто. Это какой матч был? Челси с кем? Нет. ЦСКА. Это хоккей. Это Манчестер Юнайтед был. С Кристал Пэлас. Свежая кровь, привет. Ты кенгуру ел? Нет. Говорят, очень жесткое мясо. Как мои батлы. Сухо. Света Дейдример, да, она очень классная. Как думаешь, кто выиграет ФБ и самого лучшего с голубей? Конечно, самый лучший с голубей — это Влад Пьем. Дока, привет. Привет. Значит, как смоки меня мотивируют? Это хороший вопрос. Это секретная техника. Секретная, понимаете. Барса или Реал? Почему? Реал, потому что, не знаю... Почему? Я не знаю, почему просто Реал всегда в Испании за Реал. Наверняка смотришь батлы РБЛ. Нравится, как там делают? Да, нравится. Что слушаешь из западного рэпа? Смотришь ли западные батлы? Западные батлы смотрю, но довольно редко. Из западного рэпа, кстати, очень люблю Трэвиса Скотта. Эсэп Роки, Скепта, Стормзи, но это не запад немножко, это уже Британия. Это правда, что однажды ты вышел на 2 остановки раньше и свалился на друга своего друга? Как так можно, блядь? Соколов Николай, это ты охуел. Майлз, взрослеть собираешься? Не знаю. Как относишься к Хованскому? Сомнительно. Значит, ты любишь гаджеты, ну и гаджеты. Это не тройная рифма, это wordplay, во-первых, называется. Во-вторых, это баян. Секретная техника, да, конечно. Привет, Майлз Тим. Любимый трек Stormzy, Big Four Boots, наверное. Еще Cold, крутой. Привет из Иркутска, привет, Иркутск. Есть хобби? Да, ват. Пить пиво, да. Играть в футбол. В футбол я редко уже играю. Что думаешь насчет альбома Маркла? Крутой альбом, но уже так. Уже не это самое. Немножко... Короче... Слишком крепко было, видимо. Что это? Понюхай. Небо над Тагилом. О, небо над Тагилом. Пахнет не очень, прямо скажем. Короче, альбом Маркла хорош, но... довольно однообразный. Ну, на мой взгляд, не знаю. Местами. Считаю ли я себя батл-рэпером? Да, типа, да.
Будет автотюн в треках? Не знаю, я себе, типа, не ставлю никаких рамок. Как тебе новый клип Маркула? Да, по-моему, типа, очень сильно не вяжется с самим треком. Вот. Микси Микс пишет, что мне пизда. Бывает. Почему Смоки вечно выглядит? Я сомневаюсь, что я убью шума на битах, типа. Сомневаюсь, правда. Я вечно бухой, это не я. Вы с кем-то перепутали меня. Да, да, Дока, мне придется, видимо. Люди затыкают, типа, беги медалут. Теперь Микси меня любит. Что делать, типа? Вау. Какая качели эмоциональная. Гимедалут. Да. Гимедалут крутой трек, но он надоедает очень быстро. Сейчас слушали его на репите, он пиздец. Микси пишет, что он убьет шума на битах. Я думаю, что шум считает иначе. Микси убьет себя на битах. И все. И разорвало, пацана. Как ни треки летая, очень стильно. Типа, очень хороший свой стиль, неповторимый. Ну, в смысле, он повторимый, я имею в виду, что нет аналогов пока. Камеру повыше можно, в принципе, вот так, да. Пацаны, вы что, без меня выпили пиво, пацаны? Мы заупокоимся. Микси, респект, пишут, да. Грайм? Грайм. Мне пишут, что я пиздатый. Почему я игнорю вопросы о боксе? Потому что мне их кучу раз задавали. И типа они уже все. Они уже все. Они уже неинтересны просто. Пацаны, не давайте ему пиво, мне пишут. Я только начал. Типа. Когда Артем с тренировок придет? Не знаю. Что меня вдохновляет? Музыка хорошая. Хорошая музыка меня вдохновляет. Что с губой? Разбил губу, все. Пролетай, уже ответил. Пролетай. Как нюха прошла? Хорошо, никак. Так, ну, я думаю, что минут через 5-6. Минут через 5-6 я закончу, в принципе, если это самое. Накидайте еще вопросов. Что для меня хорошая музыка? Музыка, которая, типа, эмоционально тебя может изменить. Там, ты сможешь стать более грустным или... Да, ты можешь стать, типа, более грустным, это круто. С двух сторон разбил. Как? Интересно, хороший вопрос. Сам не знаю. Рок слушаю? Нет, не только рок слушаю. Меня вдохновляет последний батл Микси. Ты в курсе, что я на лыжи хожу вообще-то? Нет, я не в курсе. Я не знаю, кто ты, чувак. Бокс-лога? Бокс-лога. Все, давай, Дока, пока. Удачи тебе, братишка. Как мне обладает? Старый обладает, хорош. То, что он делает сейчас, ну, типа, не знаю, не мое. Вот. Короче, такие дела. Накидайте еще вопросиков, и я, наверное... Мне пишут, обделен ли я пиздятинками. Хороший вопрос. Камеру подними я. Сегодня, да, сегодня с пацанами. Значит, привет. В каком я городе? Я в Москве. Привет. Ну, сейчас я не в Москве, сейчас я в Подмосковье. Сейчас ты в Москве. Не уходи, это вопрос. Когда в Австралию, не знаю. Передай мне привет, пожалуйста. Камила, привет. Так. О, винтажный Петрик пишет. Как к трекам Окси относишься? Очень хорошая, очень сильная текстовая часть. Музыкально меня вообще не интересует. Ну, типа, очень плохо. Там какой-то... Такая электронщина, типа, вообще не мое. Помнишь меня в августе на Бравиллис? Может, я тебя и помню, но я не могу, типа, по профилю в Инстаграме это угадать, поэтому сорян, чувак. Смотришь стримы классика и меди, да? Смотрю. Сейчас уже нет, но раньше смотрел. Ты живешь в Австралии? Нет, я не живу в Австралии. Вали из Подмосковья, тут везде жутко. Поехали обратно. Так, еще раз привет, Майлз Тим. Привет, Кайрат. Все, уже приветы пошли. Считаешь себя хорошим батл-рэпером? Я считаю себя средним. Средним. Топ-3 MC России. Сложный вопрос, я уже говорил, почему.
Потому что все могут вынести всех, просто где-то больше видно, типа, больше видно... Короче, кто-то более стабильный, кто-то не менее стабильный, вот и все. О, Даша, привет. Я уже пью, если что. Я живу в Москве. Научи гроулить. Чувак, короче, косые мышцы пресса напрягаешь и гортань опускаешь вниз, как будто бы зеваешь. И выпускаешь воздух. Вот. Конечно, блядь, я резал губы. Пиздец. Какой трек слушаешь чаще всего в последнее время? Big Baby Tape, Give Me The Loot? Нет. У Redo есть... Я, блядь, не знаю как. Ends, да, очень хороший трек. Пиздец, мне нравится. Когда-нибудь я путешествовал? Интересный вопрос. Никогда не летал на самолетах. Гнойный как музыкант вообще ни о чем. Ленке Жуковой привет. Косые мышцы живота, да. Хотел бы посмотреть на батл Окси Шока, да. Так. Как мне Гонфлат? Стильно, стильно, хорошо. Как мне треки Муфасы? Тоже хорошо. Грайм прям такой. Ну, не все, вот. Как же Nokia Rhythm. Хороший трек, очень крутой. Кто-то пишет, зачем я был вчера с Артемом в бассейне? Я вообще, блядь, не знаю, типа, пиздец, что за... В Таиланде, да. Танцор, видимо, это он. Как отношусь к Гуфу, Триагрутрике, Басте и к рэпу хотя бы десятилетней давности? Ну, знаете, Смоки Мо, это... Мы сделали это, да, как говорится. Окси лучше, как Смоки, как музыкант? Нет. Смоки, у него ебейшие, типа, инструменталы, он очень крутой в этом плане, так что сомневаюсь. Привет, Дилола. Нравится Лукимин? Как музыка, как говорится, Городецкий. Лукимин, как музыкант, ну, у него несколько треков мне нравится, да. Так, у меня есть некоторые вопросы к его, типа, тяжелой музыке. Скажем прямо. Смотрел Хос Сектор, да, и как по мне, там больше проиграл Сектор, чем выиграл Хос. Ну, Хос хорош, типа он хорошо сделал, но если бы Сектор не копировал мою уёбскую подачу, то, возможно, он бы разъебал, ну, не знаю. О, мой белый, пишет мне Джей МакКоннелл. Салют, салют. Значит, у нас этап... Еще нет этапа. Новый альбом Waves слушал не мое, к сожалению. Любимый цвет. Цвет синий, конечно же. Бутова скучает. Привет, привет, Бутова, да. Как мне Гоукила? К сожалению, его трек про бабулек и пенсионный возраст, что-то такое, навсегда меня от него отписал, скажем прямо. В текстовые составляющие Окси типа сильнее Смоки. Ну, слушай, у Окси более закручено все. То есть у Смоки, у него рэп более олдовый. Вот, и в этом плане, типа... Они что-то обсуждают. Короче, в этом плане, типа, Смоки, у него же тоже очень такие поэтичные тексты. Вот, если так сказать. Что у меня со Светой Дример? У меня с ней дружба. И очень все хорошо. Значит, вы все мыши, да. Как мне батл Никси? Ну, я честно скажу, я не хотел смеяться, типа. Я не хотел, но просто кто-то... По-моему, это был Браги. Он просто не выдержал и засмеялся, и я такой, блядь... Я не хотел смеяться, правда. Какой стиральный порошок посоветуешь? Не знаю, Тайд. Антон Храпов, привет. Всем привет. Привет, Саша. Саша, привет. Когда-нибудь мы уже с тобой встретимся, но я не уверен. Что пожрать? Дошираки. Дошираки. Смотрите, я мажор и ем доширак. Много дошираков, да. В новую ларку. Какое пиво мы пьем, пацаны? Шпатан, это шпатан. Артем сейчас в ванне, что он базарит? Да, блядь, Артем вообще не здесь, он в Москве, я не знаю, чем еще занят. Да, самое лучшее пиво, это, конечно же, Delirium Red. Вот. Вот, такие.
Рад, что попал на фрешку. Конечно, рад. Делириум, респект. Привет. Я не игнорю тебя, Антон. Твой брат со мной нет. А какой кинчик посмотреть? Со мной братва. Вот. Какой кинчик посмотреть? Не знаю, я практически не смотрю кино. Сколько мне лет? 19. Зашел твой последний трек и дождать новые релизы. Я думаю, что в течение месяца. Вот. Есть девушка? Нет. Привет, привет. Так. Ладно, я все. Я не знаю, кто это такой Легов. Я не знаю, кто это. Как батл с ПМом, не знаю. Когда трек новый? В течение месяца. Когда норм батл сделаешь? Последний УГ с кофе, самый сок. Я тоже так думаю. Значит, Династ крутой батл рэпер, да. Ладно, все, пацаны, я погнал. Все такое. Всем удачи. Бам. Конечно, не поставили Give Me The Loot. Я на самом важном моменте выйду. Браки крутой. Летай в Москве. Все, пока.